Челлендж Кубка Европейской конфедерации волейбола. Волейбольная команда Омской области впервые в своей истории стала полуфиналистом Кубка Европейской конфедерации волейбола. 23 января в спортивно-концертном комплексе имени Виктора Блинова «Амичка» встречала соперника по челлендж-раунду клуб 2004 «Томис» из Румынии. Первое рандеву команд завершилось выездной победой омских кошек. Ответный поединок в Омске вызвал настоящий волейбольный ажиотаж. За «Амичку» пришли поболеть глава региона, губернатор Виктор Назаров, министр спорта Антон Чешукин, хоккеисты «Авангарда» и еще около 3000 любителей волейбола. Ожидания болельщиков волейболистки оправдали. Игра получилась интересной, яркой, эмоциональной. Судьба полуфиналиста решилась в трех партиях. Омские кошки без особых проблем превзошли соперника. 3-0, 25-17, 25-13, 25-23. Я не могу сказать, что мы атаковали сегодня разнообразнее или все как-то не так, как в других играх. Ну, я думаю, просто они лучше подготовились и лучше защищались, чем в первой игре, поэтому нам тяжелее было добить. Конечно, каждого соперника надо уважать, и соперник хороший. Мне кажется, мы просто хорошо сыгрались или собрались, настроились, готовились очень. И поэтому победили. Мы сильнее. Таким образом, в полуфинале престижного турнира две российские команды. Это «Амичка» и «Уралочка». Наша команда продолжит свое выступление на международном уровне дома 7 февраля. Соперником кошек станет польский клуб «Банк БПС Фарко». Начало встречи в СКК имени Виктора Блинова в 19:00.